Приветствую вас. Довольно интересно, что вы озвучили срок именно последние 4 года, а не, например, более длительный срок. То есть получается, что именно последние 4 года для вас стали чем-то вот таким, скажем, актуальным. Вот. Именно 4 года, именно за 4 года последние, вы не можете построить отношения. Вот. А что было раньше? Раньше были отношения? Если да, то какие? Я имею в виду, получались ли они у вас, эти отношения? Справлялись ли вы с ними? С этими отношениями и так далее. Смотрите, вы говорите, что я построила карьеру, заимела материальные блага, то есть все это у вас есть. Но отношений нет. Соответственно, есть некая мотивация, которая стимулировала вас к тому, чтобы вы выстраивали свою карьеру, стимулировала вас к тому, чтобы вы обращали внимание на материальные блага, но При этом игнорировали духовную близость, некие духовные ценности, женскую, например, модель поведения свою. А? То есть вы компенсировали или не компенсируете недостаток чего-то в духовной сфере, достатком в сфере материальной. Вот. И отсюда ваша позиция, собственно говоря, и имеет место быть. Значит, первое. Это то, что вы себя не принимаете. То есть вы боитесь одиночества, устали от него. Вот. Соответственно, человек, по вашему мнению, по вашему представлению, должен избавить вас от одиночества. Ну, так, по крайней мере, получается именно вот. Если мы говорим именно о вас, вот, так получается, по крайней мере. Почему происходит страх одиночества? С одной стороны, вы не принимаете себя, такой, какая вы есть, и что-то отвергаете в себе. С другой стороны, у вас могут быть с одиночеством связаны какие-то, ну, негативные вещи. Например, это может быть какая-нибудь история с родителями, допустим. Это может быть
какой-то запоминающийся момент именно вам, запоминающийся момент. Ну, может быть, что-то еще. То есть тут угадать можно довольно долго. Вот. И получается так, что вы очень замотивированы себе кого-то найти. Замотивированы с кем-то быть в отношениях. Замотивированы с кем-то построить отношения. Вопрос. Почему? Чтобы не быть одинок. Когда вы замотивированы, вы совершаете ошибки. Какие-то. Ошибки эти могут быть, в принципе, самыми разными. Вот. Они могут быть просто вот в поведении. Они могут быть в отношении к себе, к мужчинам и так далее. Вот. И там, там, где можно было, нужно было вести себя как обычно, вы себя как обычно не ведете, потому что есть мотивация. Сверхмотивация быть в отношениях. Заметьте, вы говорите, что я не могу ни с кем построить отношения. То есть вы не говорите, например, о том, что там вот я, например, ну, допустим, в кого-то влюбилась, да, или кто-то мне очень понравился, вот. И я захотела там, сделать этого человека счастливым, допустим. Вот. Так вы не сказали. Вы говорите о том, что хотите именно построить отношения. То есть вы говорите о себе. Вы говорите о том, что нужно вам. Вы говорите о том, что ценно вам. Понимаете? Вы говорите о том, что для вас важно. Вот. А это как бы, ну, не совсем правильная позиция. Потому что она, эта позиция, приводит к тому, что речь идет только вот о ваших желаниях. О том, чего я хочу, а не о том, что я могу дать. Речь идет о том, что я хочу получить, а не о том, что я могу дать человеку. Вот. То есть здесь принятие себя, анализ того, почему вы боитесь одиночества, с каких пор, какие чувства у вас это вызывает, что вообще происходило в вашей жизни, что вы боитесь одиночества, что для вас это одиночество значит, что для вас оно может значить и так далее. Почему именно одиночество, а не, скажем, уединение, то есть, ну, вот, такое, скажем, добровольное состояние, да, добровольное состояние, уединение. Почему не так? Вот. Это такой момент. Дальше. Модель женского поведения. То есть, если хотите, чтобы мужчины, ну, как бы,
интересовались вами, чтобы они видели вас привлекательной, нужно, чтобы ваша модель женского поведения была такой, чтобы мужчина чувствовал себя с вами женщиной, мужчиной, а вы с ним, чтобы чувствовали себя женщиной. Вот. И вот это и является самым главным на самом деле в вашем поведении, как бы. Вот. Если вы не знаете, какая вы женщина, ну, не можете ответить себе на этот вопрос, да? Какая вы женщина? Вот. То есть, ну, что, по вашему мнению, можно назвать женственным? Что, по вашему мнению, можно считать женственным? Ну вот, и так далее. И если вы не можете себе на этот вопрос ответить, то нужно тогда опираться на тех женщин или образы женщин, которые вам нравятся, которые вызывают у вас симпатию, которые восхищают вас и так далее. И стараться перенимать именно у них, у этих женщин, модель поведения. Но так, чтобы это не было во вред вам, чтобы это не было противоречия с вами. В тот момент, когда вы почувствуете, что вот, я вроде бы принимаю, да, то, что, ну, мне нравится, то, что мне интересно, то, что мне хочется, вроде бы я принимаю. Но вот чувствую, вот, что вот, вот что-то не так. Вот в этот момент вы начали свою модель поведения уже продвигать. То есть в этот момент вы, можно сказать, формируетесь как самостоятельный представитель, значит, своего пола. Дальше. Следующий момент. Вы говорите, что знакомитесь, ну, то есть, а вот, пытаетесь знакомиться с мужчинами. То есть вы по какой-то причине мужчин воспринимаете только как субъектов. То есть мужчина для вас это только мужчина. И все. То есть он для вас не может быть человеком, например, он для вас не может быть кем-то вот таким, да? Ну, скажем так, отвлеченным. Отстраненным, да, он не может для вас им быть. И возникает вопрос. Во-первых, почему так? А во-вторых, вы сами для себя осознаете специфику подобного рода отношений?
если, ну, говорить о вас. То есть вы, да, воспринимаете мужчин как неких потенциальных партнеров, в отношениях с вами. Но нельзя так воспринимать людей. Это неправильно. Понимаете? Мужчин нужно воспринимать как людей изначально. И вас, как людей, должно что-то объединять. Сперва. А уже потом будет что-то больше. И вопрос у меня к вам, он звучит так: почему вы не можете воспринимать мужчин как людей? И что общего было у вас с теми, с кем вы знакомы? И что у вас есть или может быть общего с мужчинами, которые, которых вы знаете, скажем так, вот. И подумайте, могли ли вы с ними на этой почве выстраивать отношения. То есть вы пытаетесь выстраивать отношения именно сразу на гендерной позиции, на гендерной стратегии. Вот. Это вы пытаетесь. А надо выстраивать отношения именно на общих таких человеческих основаниях. Вот. И уже потом у вас будет что-то получаться. Вот. Обязательно будет. Вот, пока так. А, с другой стороны, есть подозрение, что вы можете бояться близких отношений. Ну, вообще. То есть у вас есть или может быть страх близких отношений. Если так, то получается, что вы не можете человеку довериться по какой-то причине. И тут уже момент такой, что вы выстраиваете, ну, недостаточно полноценные коммуникативные связи, коммуникационные связи. Видите, вы говорите, что и рассказать мне некому, да, о проблемах своих и так далее. Почему некому рассказать? Что у вас общего с людьми? Почему вы боитесь людям довериться? Почему вы боитесь людям раскрыться? Да? Вот. Это тоже такие очень важные вещи. И опять же, здесь все упирается не только в вашу неуверенность в себе, не только в ваш страх. Там, ну, опять же, такой
такой, знаете, линейный цикл чувств, да, то есть сперва у меня будет, там, например, близость, как вот, ну, вы, наверное, думаете, близость сперва у меня будет какая? Духовная. Ну, вот. А потом там будет какой-то негатив. Вот. Помимо этого, помимо вот линейной цепочки ваших чувств, вот, можно говорить еще и о том, опять же, что вас объединяет с этими людьми, что у вас вообще общего есть. Ну, там, со всеми ими. И как бы, если общего нет ничего, или общего, ну, недостаточно много, скажем, стоит задуматься о том, почему так. И постараться уже именно этот момент разобрать. Я думаю, это вот то, как вам можно ответить на вопрос. Тут вообще нужно здесь анализировать вот ваши отношения, в частности, даже не те, которые у вас не получились, а ваш опыт. Потому что, ну, отношения-то у вас, скорее всего, были же какие-то, да? Вот. И момент здесь именно такой. Были, закончились, какой опыт вы извлекли. Каким выводом пришли? Да. Первое. И второе. Как вы ведете себя с мужчинами сейчас? То есть как вы ведете, какое ваше поведение, чего хотите, например, чем руководствуетесь, а чем могли бы руководствоваться, да, а как бы вот могли бы поступить по-другому. Вот. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!